своему юбилею «Беларускалий» пришел с хорошими результатами. Так, в 2017 году по итогам республиканских соревнований за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития среди организаций промышленности предприятие признано победителем. Такие успехи – это вклад абсолютно каждого работника. В канун профессионального праздника руководство отметило заслуги тех, кто ответственно и с полной самоотдачей трудится на родном предприятии. За прошедший шахтерский год на предприятии произведено и продано 11 765 тысяч тонн калийных удобрений. И это действительно та цифра, которая сегодня является максимальным результатом за все 60 лет работы предприятия. Она говорит о том, что прошлый год, многие называли его рекордным, это не какие-то разовые достижения, а это действительно те достижения, которые соответствуют стабильной, планомерной работе нашего предприятия. Значительный вклад в общий успех предприятия внесло третье рудоуправление. За шахтерский год было добыто почти 13 миллионов тонн калийных удобрений. А цехом по производству комплексных сложносмешанных удобрений достигнута своеобразная вершина – выпущенная миллионная тонна НПК удобрений. Первое рудоуправление в этом году стало лучшим в благоустройстве территории, а коллектив признан лучшим коллективом предприятия за второй квартал этого года. За эти годы, за 60 лет, первым рудником добыто почти полмиллиарда тонн руды. Сменилось несколько поколений горняков. В 86 году был достигнут рекорд добычи руды 11 780 тысяч. Этот рекорд продержался практически 30 лет. Хочу поблагодарить коллективы обоих рудников за самоотверженный труд, за профессионализм, за самоотдачу, за понимание тех задач, которые стоят перед нашим рудоуправлением и перед обществом. Благодарю весь коллектив рудника за понимание. И особая благодарность вашим семьям, за понимание, потому что часто остаетесь после работы, приходится работать по выходным, и только любовь и понимание в семье с хорошим настроением провожают нас на работу. Поэтому с праздником, здоровья и благополучия! Лучшим работникам за многолетний труд и достижение высоких производственных показателей присвоили почетное звание ветеранов труда. Передовикам производства торжественно вручили знаки шахтерской славы 1, 2 и 3 степени, а также почетные грамоты. С профессиональным праздником и юбилеем работников предприятия поздравил заместитель председателя Солигорского райисполкома. В этот профессиональный праздник примите искренние поздравления и пожелания. Никогда не останавливаться на достигнутых успехах. Ставить перед собой новые цели, добиваться их. Здоровья вам, благополучия, мира и добра в каждый дом. Множество теплых слов звучало в честь славных тружеников Солигорской земли, а праздничную атмосферу создавала не только церемония награждения, но и творческие номера, подготовленные работниками предприятия.